чистое исполнение Pure. База базой. Стальные колеса, неокрашенные бампера, зеркала, ручки. Задний некрашенный бампер. Борт может откидываться на 180 градусов. Нет парктроников. Нет систем крепления груза, кроме четырех пружин. Так. Закрыт. Это закрыто. Фара галогеновая. Решетка черная. Так, ну ладно, пойдем прогрессио. Крашеные бампера, литые диски, хромированные ручки, зеркала крашеные, пружины в кузове. И Power, это диски 18, фары светодиодные, шторка, ой, окошко заднее на электроприводе. Вот. Управляется вот здесь, на центральной консоли. Кнопочка, у рулевой, да? Колонки. Да. Ну, отлично. Так, у нас здесь 10-я модель Power. 360 камера в базовой комплектации. А рулевая колонка не регулируется по вылету, только по высоте. И механическая, да? Да. Интересная петличка в ремне, да? Да. Мы пока не поняли ее назначение. Есть определенное предположение. Версии Power. Мы будем потихонечку выезжать. Обращайте внимание на ручник. Он находится на полу. Не откройте случайным образом капот, когда будете снимать машину с ручника. Панель у нас версии Power обтянута кожей. Ну, кожа Арктика. Подоконные элементы то же самое. А, очёшник. А, такой вот модный ключ. Прогрессивный для Мерседеса, да? Наконец, что-то новенькое. А то задолбали эти все улитки. Дергается что-то, да? Да. Непонятно. Новая машина уже подтраивает мотор. Вот же что. Подожди, дай я трансмиссию сниму. Клюет. Так, у нас у 250-го в базе привод подключаемый полный. Блокировка межосевого дифференциала. Понижайка есть. И блок климат-контроля от Infiniti. Поехали, да? Да, выезжаем потихоньку. Зеркало. Ну что это такое значит? Вот я не знаю, я нажимал тоже, можно заключить SE, SE. Ага. Ну это, наверное, режим затемнения какой-нибудь. Подожди, секунду. Нет, справа, да? Реклама гелика. А мы самые последние? А нет, не последние. Так, мы едем в версии X250D Firmatic. Здесь у нас ниссановский мотор четырехцилиндровый, объем 2.3. На круговом движении мы выезжаем во второй съезд. Будьте внимательны, аккуратны, много автомобилей здесь. Во второй съезд, на круговом движении едем прямо. Так, мощность 190 сил, крутящий момент 450 ньютон-метров, доступно с 1500 до 2500. Коробка тоже ниссановская.
на версии X350D у нас коробка будет 7G-Tronic мерседесовская, трансмиссия мерседесовская, раздатка от гелика с распределением крутящего момента 40 на 60. Но рычаг будет на тоннеле, а не под рулевой колонкой. Кнопки все мерседесовские, да? Да. Панели, дисплейчик. Дисплейчик, да. Все от мерседеса. О, как колбасит, чувствуешь? Колбасит? На кочках, да. Такое ощущение, что, видишь, немножко потряхивает. Все у нас версии Power в колонне. Вот если мы смотрим на впередидущую машину, версию Power отличает хромированный бампер, светодиодные задние фонари, передние тоже светодиодные. И вон у нас там опциональное окошко сзади, которое, как мы увидели, с электроприводом. Что еще там у нас из версии Power? Здесь, собственно, все. Внутренняя, вон дуга еще вот, ну, черная. Это же дополнительная опция. Опционная, да-да-да. И рейлинги, по-моему, на крыше то же самое. Угу. Парктроники задние. То есть, Эмиль, говоришь, есть контроль за... Движение, полосы движения. А, дает вибрации на руль, да? Да-да-да, вот сейчас в данный момент. Интересно. Вот пошла. Интересно, вот. У Навары есть такая опция? На зеркале до сих пор ин. Может, это нейтраль показывает? Это случайно. Может, это нитро? Очень похожа местность на Фаро. О, смотри, вот город, где с правой стороны оказывается. Вот мы на той крепости были, заезжали туда на велике. Да, ты знаешь, там прям видно старые стены. Съездить туда, может быть, как считаешь, сегодня вечером? Ну, не знаю, но там днем интереснее, там смотровая площадка, ветер. Правда, нереальный. А, вот смотри, теперь НЕ. Ага. Может, это какой-нибудь этот компас Northeast? А, кстати, может быть, да, как вариант, точно. Скорее South всего. Там. Мы перестраиваемся в правую полосу, будьте внимательны, перестраиваемся правее. Правее. Вы догадали, видите? Перед
откинул эту сторону. Настолько жесткая рама, что двери спокойно открываются. Ну и звук, конечно. У нас ручки и задняя крышка та же самая. Машина фактически точно такая же. Мы делим группы напополам. 12 человек едут кататься на... Как странно, да? Хороший подъем. Коллеги мои. Вот это особенный коллега. Интересный гелик 500-й в дорогущем матовом цвете, но без пакета элементов хромированной отделки, то есть со стандартным чехлом из дермантина, без подножек. А еще забавный курьез: базовая панель приборов без опции 464 расширенный дисплей. Command есть, но общего стекла для двух дисплеев нет. Хотя кожа Napa, потолок динамика. Вот. А бурмистра нет. Ну что, погнали? Сразу и на понижайке едем, да? Мотор ревет. Мотор ревет, но не едем. Вон картинка, мультик, Эмиль, видишь? Да, вижу, вот. О, заблокировали центральный дифференциал. Он здесь через многодисковую муфту блокируется моментально. A drive in the low range. And central look. Какие камни. Так, держимся, чтобы головой не стукаться. Вот она. Стронга Zen Rock. Ух. Класс. Старт за счет мостов, наверное, даже так, менее уверенно здесь. О, виды. Эмиль, ты по-английски ругаешься? Да. Давай по-русски. Давай, ух, блядь. Вот это подъемчики. Нормально. Тут 45 есть. Не, здесь, наверное, нет, это нет, вот это там вот будут. Лототин, в конце. Как там внизу? По-моему, дверь откроется сейчас. 29%. A grad and... Мы лежим. Реально лежим. Можно достать, да. Блин, если бы были пороги, мы бы их оторвали, наверное. Дрифт режим. Вот это горка. В небо. В небо. 100%. А вот смотри, 40. 8%, 50% показывал подъем. Слушайте, можно я сойду? Да. Я хочу сойти. And down it's here 90%. And I have the first gear. Первый педаль. And mechanic.
The Shanik is first gear. And no brake here. No brake? No brake. And brake is here as motor brake. Может, все-таки, может, все-таки стоит? Новый А-класс в богатой комплектации. Давай тогда я. С кожаным салоном. Кожаная панель. Классные такие клавиши, металлические. Да, вообще клевые. Да, похоже чем-то на мини. Тут он специальная штучка, высокотехнологичная, чтобы на кочках телефон не прыгивал. Да, смартфон не улетел без проводной зарядки. О, смотри, какие подстаканники. Оп. А, новый USB, да, вот этот вот тип C. Да. То есть традиционного USB нет, есть только современный тип C. Тачпад и джойстик у нас уже нет. И даже здесь два новых USB, нет традиционных. У меня ни одной даже флешки нет с таким USB разъемом. Да. Представляешь, насколько я отстал от жизни? Вообще по тебе видно. Так. Смотри, какие фонарики. Клевого гирлянда. Угу. Как в этом, в эскупе. Почти. Да. Ну, да. Ну, да. В плане вот полки, да? Там можно кофейку поставить на пикнике. У меня на восьмерке Жигулях такая же была. Ну так что на восьмерке Жигулях? Давай рассказывай дальше. Нам необходимо сейчас в данный момент принести какой-нибудь... О, электропривод руля. Да? Очень грамотно сделан. С чего ты? Да вон фиксатор есть. Смотри, вот здесь вот. И подогрев. Его можно включать вот так. Нет, нет, вот электропривод. Это что? Это подогрев. А вот тебе электропривод. Да. А почему есть, смотри, память сиденья только со стороны водителя? Так это же раньше было. Руль. Ну и сейчас так же. Замолчи. Пойду за телефон. Жарко, да? Давай. Да. Так, как она включается? Значит, у нас включается. Ловким движением руки. Опа! А ты код ввел, подожди. Нам какую надо зайти, сказали? Ну, нам надо привет Мерседес же, он должен работать. Голубенькую, да? 12.01. Вначале цифры научись набирать. Я хочу чувствовать себя в автомобиле как дома. Оксана, 28. Ваш тренер получил сигнал. Я что-то не понял. А что он ничего, язык не меняет? Что он никак не реагирует? Наверное, еще раз может что-то нажать. Ну-ка. Ну-ка, стой. А если? Да я смотрю, мне он не по годам. Вот этот выбираем? Не, давай телочку выберем. Вот это? Ну, хотя бы, да. Я думаю, надо язык выбрать. Окей. Давай выберем нормального мужика вот этого. И здесь напишем Е. Не. О. Ок. Емейл. Емейл. А че? Нажимай там, посмотрим. Битте. Привет, услышь. Почему на немецком? Потому что язык ты не поменял. Зеркало затемнение. Здесь мы уже были.
Мерседес, привет! Добавь громкость! Добавь громкость! Это вот, наверное, будет одна из самых востребованных опций. Переходник с обычного USB на тип C. Как я люблю. О, смотри, какая подсветочка прикольная. Вот здесь нормально. Ну, а да? Здесь уже все работает, да? Привет, Мерседес. Привет, Мерседес. Да, пожалуйста. Включи клубную музыку. Выведи навигацию на весь экран. Привет, Мерседес. Да, пожалуйста. Навигацию включи. Чем могу помочь? Навигацию включи. Повторите, пожалуйста. Радио включи. Чем вам нужно помочь? Пожалуйста, включи радио. Любит вежливое обращение. А блок кнопок на классе точно такой же, как на новом D-классе. Пластиковые кнопки, не металлизированные. И сиденье такое. А, ну сиденье для класса стало лучше. Да. Изменить актуально. Начать навигацию к цели. Навигация к цели активируется. Мерседес, привет! 16 часов 8 минут. Сделай сброс на заводские установки. Мерседес, привет! Чем могу помочь? Сброс на заводские установки. Повторите, пожалуйста. Сброс на заводские установки. Чем вам можно помочь? Поставь заводские установки. Понятно. Сделай заводские установки. Слышишь? Угу. Итак, вот сели в красный А-класс. Девушка по имени Эмиль. Всем привет. Посмотрите, какая подсветочка прикольная. Здесь синяя, здесь красная. Ух ты, ничего себе. Это опция двухцветная подсветка, да? Базовая приборка. Но графика тоже ничего так. Угу. Похоже, но тоже ничего. Так, новые у нас рычажки. Оп, оп, уже на драйве. Малыш на драйве. Нет же, ты перевел в паркинг? О, смотри, какой рычаг прикольный. Да, ты, а я об этом и говорю. Hello. Hello. You speak English? A little. А! О, стоп, стоп, стоп! Еп! Еп, стадай! Год? Зеро! Зеро! У меня?
Вчерашний вечер как прошел? Хорошо или плохо? Сейчас мы узнаем. Yep. No party last night. No party, да. Thank you. No party. Everybody. И видел у него вот так, я так понимаю, этот, нефиксируемый, да. Подожди. Моргает. А как моргать? О, нормально, смотри, как моргает далеко. Ну, да это просто отражение. Ну-ка, включи-ка дальний. Не включается. Ну, от себя. На себя, вон. Ну, на себя моргает, да, от себя, типа, он нам тоже моргает. И тот моргает. Какие все отзывчивые. Ага, какие все моргуны. Смотри, вон тут подсветочка вот в этих. Да. Вот я хотел в Ешке раз... нет, а в Ашке есть, да? Нормально. Да. Слушай, я хотел как раз таки поменять подсветку, и почему-то у меня не получилось этого сделать. А, вспомогательная система. Надо в автомобиль зайти. Так я в автомобиль. Там. Ну, вот. Ну, а ты в вспомогательных системах. Акустическое подтверждение, автоматическое клавиатура, автоматическая блокировка, показать АЗС. Не то. Странно. А, ну, а вот, свет. Похоже, что да. Дизель 180-й. Что, он едет, да, вообще? Ну как, мы не догнали вас в одном месте. Так, моя же эта карточка, да? Да. Так, это у нас Audi. Audi A3 TDI. По-моему, мощность такая же, как у Ашки. 116 сил. Немецкие номера. У меня нет. Ну, кнопочки, конечно, Ашки. Все выглядит проще. Ю, уже ехать надо. Угу. Итак, вот мы едем за той красной дизельной 180-й Ашкой, на которой до этого ездили. Сейчас едем на Audi. Комплектация классная. Смотри, всякий ассистент, он показывает, какая дистанция, какие знаки, все считывает. Угу. Машинка красивая в меню. Панорамная крыша, да? Да. Вот такая, я бы не сказал панорамная крыша, скорее люк. Но у нас, по-моему, на классе подобная. Да, что-то подобное. Легкий дождичек накрапывает. Едем не спеша. Она к нам не капает сюда дождь. Жизнь хороша. Красивые фары у новой тяжки. High performance. А диски своеобразные. Так, что у нас за пепелац? AMG пакет. О, топовый комплектейшн. Everybody-lation. Так, надо дополненную реальность включить. На, почисти апельсин, пожалуйста. Да, сейчас, конечно. Шнурки не погладить. Ладно, бывший друг, хорошо договорились. Давай, езжай. Где дрива? Набрали по объявлению. Студентов. Здесь, говорит, ресторан, могут доги, говорит, твою жопу сделать. Давай тоже откроем. Давай. Так, как дополненную реальность? Значит, мы выбираем навигацию. Так, где тут настройки? Вот настройки. Вполне потом. О, дополненная реальность есть. Тогда нам теперь надо ввести пункт, чтобы он ее показывал. Вот мы выбираем, ну, например, да, какая разница. Все. Видео. Езжай давай уже, капает. Деда. Слушай, ну подожди-ка, я что-то ни хрена не могу понять. Вот он, наверное, как-то надо это не 2D, а какой-то вариант. Это, по-моему, к нам обращается. Кажется, мы не леди. Уже не лежит.
Слушай, а что, проекция есть, да? Работает? Не включал. Ну так включи. Где она включается? Слушай, а почему дополненная реальность выключилась? Он уехал. Вынос звонка, производитель. И смотри, карта не залипает. А, он тебе показывает развернуться, да. А ты дальше поехал. Дерзкий ты пацанчик, да? Уши! Приятная такая резиновая накладка. Тактильная. А тут Арктика. А тут у нас металл. И только тут какое-то упрощение, обычные пластиковые кнопочки. Зато как на новом Г-классе. А чешник у нас внутри резиновый, как и был. Зато вот воздуховоды подсвечиваются, чего нет в Е-классе. Next checking point. Дополненная реальность нам показывает, куда ехать. Белый А-класс с черно-белым салоном. Черные ручки. Красивое сочетание. Черный руль. Стандартная приборная панель. ВМВМ пакет. Сиденье. М-сиденье. Руль. Тоже красивая приборка. В настоящее время в Москве наблюдается солнечная погода, температура воздуха минус 9 градусов. Привет, Мерседес! Да, пожалуйста. Что такое Audi? Чем могу помочь? Расскажи историю Мерседес. Повторите, пожалуйста. Проекция. Расскажи историю марки Мерседес. Чем вам нужно помочь? Какая погода в Москве? В настоящее время в Москве наблюдается солнечная погода. Температура воздуха минус 9 градусов. Класс. Привет, Мерседес. Да, пожалуйста. Покажи, что ты умеешь. Чем могу помочь? Какие у тебя есть функции? Повторите, пожалуйста. Сделай подсветку синего цвета. Чем вам можно помочь? Поменяй подсветку салона на синий цвет. Привет, Мерседес. Чем могу помочь? Включи радио. Такое... с бедным словарным запасом, конечно, спутница. Ну, мне кажется, она научится еще. У меня проекция на лобовое стекло прикольная такая. Появилась, да? Угу. Так же, как на эске работает или что-то другое? Поинтереснее. А чем поинтереснее? Здесь ограничитель скорости, здесь моя скорость, здесь дистроник с полосой движения. Но это все и на S-классе-то есть. И на этом есть... указатель, через какое количество метров не возглавляешь. Надеюсь, что тут хорош. Да подожди, дай, надо ради искусства посмотреть. Надеюсь, что-то там он увидит. Я, конечно, ничего не вижу. Привет, Мерседес. Да, пожалуйста. Включи радио Ибица. Ну, смотри, включил радио Ибица. Аня, подожди. Привет, Мерседес. Да, пожалуйста. Сделай температуру 25 градусов. Температура установлена на 25 градусов.
Привет, Мерседес. Да, пожалуйста. Включи обогрев сидений. Включаю обогрев сидения. Ну-ка. Включился. А почему только тебя, а не меня? И сразу как тепло стало. Но только у водителя сделал, смотри, а пассажира не сделал. Надо конкретизировать. Привет, Мерседес. Да, пожалуйста. Включи подогрев пассажиру. Повторите, пожалуйста. Включи подогрев сидений пассажиру. Включаю обогрев сиденья переднего пассажира. О, шайтан машина. А вот сейчас. Привет, Мерседес. Да, пожалуйста. Включи вентиляцию сидений пассажиру. На сиденье включена вентиляция. Привет, Мерседес. Да, пожалуйста. Включи пассажиру вентиляцию сидений. Служба дорожной информации включена. Еще учить тебя и учить. Я себе сам включу. На E-классе вентиляция сидений, да? Класс. Вообще. Ой, на E-классе, на A-классе. Сильно, я тоже чувствую спину. Дой. Надо поменьше сделать. Куда он поехали? Да какая разница? Да как уж какая разница? Карточку тебе вернули. Можно ездить, да? Вот туда. Да, мертвые зоны на А-классе работают следующим образом. Красный треугольник загорается на скоростях свыше 10 км в час. То есть до 10 км в час она не активна, потом становится активна. Но активно она уводит машину только на скоростях свыше 30 км в час. Потому что на меньших скоростях тормозного усилия не хватает, чтобы вернуть машину обратно. Соответственно, работает она на скоростях от 30 до 200 км в час. Я вентиляцию вообще выключу. Очень хорошо дует. Привет, Мерседес. Да, пожалуйста. Что обозначает Мерседес? Смотри, сейчас что-то выдаст. Для этой функции нет подписки. Пожалуйста, проверьте ваши установки Mercedes Me. Привет, Мерседес. Да, пожалуйста. На что открыта подписка? Чем могу помочь? Какие функции доступны? Какие функции доступны? Повторите, пожалуйста. Какие функции доступны? Чем вам можно помочь? Ауди, конечно, в очень симпатичной комплектации. Такой руль аккуратный. Такая маленькая ступица с подушкой безопасности. Классные сиденья. Классный рычаг. После А-класса, конечно, какие-то элементы, например, эти кнопки попроще. Попроще климат. Вот эти штучки очень тоже даже ничего. Дисплей прячется. Традиционный козырек. Графика, конечно, попроще. Намного. Но тоже более-менее все солидно. Педали классные. Площадка. S-Line. У Гольфа тоже большой дисплей. Сенсорные кнопки.
ключ, конечно, старенький. Вроде тоже есть обшивка панели кожей, но выглядит намного проще у Мерседеса, прям как будто это пластик, при том что подоконная линия пластиковая, ну а здесь ткань. Странное сочетание: кожаная панель и ткань на сиденьях. Свершилось у нового класса. Капот поддерживается амортизатором. Не нужно поднимать планку, как раньше. А то было забавно. Покупатели А45 за 4 миллиона вынуждены были беречь руки при открывании капота. А здесь в базе теперь. Il est effectivement temps de nous dire au revoir. Je sais que pour certains, c'est le premier GTE. Notre ambition lors d'un GTE, c'est que vous expérimentiez les... Words, thank you very much. So, perfect lineup for a top sales team. Thank you very much. We wish you all the best. Have a safe trip home. And see you hopefully soon here and next year for the Global Trading Experience. Have a safe trip home. Thank you very much. Bye.